Добрый день! В данном видео я бы хотел показать, как мы вводим координаты в приложение «Геометр» и выходим на точку. Итак, выбираем измерение объекта «Площадь», выбираем в дополнительном меню самый последний пункт «Ввод координат», вводим те координаты, которые у нас есть, «Широта», «Долгота», также есть переключатель на «Градусы», если у нас координаты в другой системе координат. Нажимаем ОК, и карта нас отпозиционирует на том месте, где, собственно, эта координата, где эта точка есть фактически. Вводим следующую координату. И так по очереди вводим все координаты, которые у нас есть для данного объекта. Каждый раз нажимаем ОК, и нас карта позиционирует от одной точки к другой. Вводим третью координату. Нажимаем ОК. Так, получили уже фигуру из трех точек. Записываем четвертую координату. И вот мы получили уже объект, состоящий из четырех точек. Нажимаем дискетку вот сверху, для того, чтобы сохранить объект. Выделяем объект в фокус, нажимаем на него, у нас появляется дополнительное меню, выбираем выход на точку, подсвечены точки в порядке их с нумерацией, в порядке их добавления. И вот таким вот образом мы видим расстояние от нашего текущего местоположения, где я сейчас, до выбранной точки, к которой мне нужно выйти.